А сегодня у нас 9 июля 2018 года. Сейчас у нас 15 часов и 30 с небольшим минут. Вот я в моем мейлинге. Значит, вот смотрите, обещала вам показать. Как раз эта мебель у них даже вот на этом, на главной странице. Вот это, там на 3, там у меня здесь у меня на 2 диванчика. В общем, показываю. Вот смотрите. Арт-мебель, Санкт-Петербург, телефон 966-33-81. Как там, Art Furniture называется, да, этот сайт, Art Furniture, Art Мебель, короче, Art Мебель я открыла, обратите внимание, также я и тогда открыла, вот она кровать, которую мы с Матильдочкой отдали со скидкой 99 500 рублей, вот подробнее, обратите внимание, они до сих пор это продают, вот эта кровать, прямо из Лувра, обратите внимание, вот 100 тысяч, вот кровать, создана из массива красного дерева, в отделке, чего там, кракелюр с золотом, боже мой, кракелюр с золотом, отличается легкостью, изяществом форм, резные ножки, изысканная нежность, нежного бежевого цвета обивка, ручная резьба в оформлении кровати. В общем, классика. Ширина 216, высота 154, вот глубина 195. Идем дальше. Обратите внимание, кровать я вам показала. Сейчас покажу. А, вот еще что. У меня здесь трон. Я у них также и трон купила. Вот, трон. Сейчас я вам покажу. В стульях он у них есть. В стульях. Сейчас открою. Кресло. В креслах, наверное. Вот, обратите внимание, вот это вот первое, вот за 19 тысяч, то, что мы с Матильдочкой тоже, вот у меня здесь в коридоре эта штучка стояла, это кресло, вот оно, 19 500 рублей, вот оно. Дальше листаем, у них просто эксклюзив, и здесь же трон я у них купила, вот он, подробнее, обратите внимание, он у меня стоит на третьем этаже, так что, что вы там это, суетитесь. 49 тысяч 500 рублей. Вот он у меня стоит на третьем этаже. Я у них купила. Приехали мы с Василием. Вот она, арт-мебель. Вот этот трон. Приехали, он там прям стоит. Там написано, фотография на нем 200 рублей. Я говорю, так я его куплю, буду дома фотографироваться. Вот, обратите внимание. Вот он. У меня на третьем этаже этот трон стоит. Так, кровать показала. Стул показала. Трон показала. Что этот? Нет, кровати. Софы, диваны. Сейчас я вам покажу софу, диван, который у меня стоит в гараже на первом этаже. Так что суетиться не надо. Вот она на 3, вот она на 3, а у меня на 2, как бы на 2, на поменьше чуть-чуть. Вот такая тоже, вот, примерно такая же, только у меня чуть меньше. Вот она в таком стиле у них есть. Так, вторая эта штука. Ну, сейчас я открою, сейчас себя близко засниму. Так что вот. Также я нашла по интернету, открыла интернет, нашла вот эту мебель. В общем, по интернету им написала, они говорят, приезжайте. Вот эта штука, она стоит, это немножко в черном таком, это в темном цвете. Ну, сейчас я найду она, вот. В общем, примерно такая. Может быть, сейчас у них таких нет. Короче говоря, это чуть побольше, а у меня она чуть поменьше. Вот. Вот она, 62 тысячи. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин. Это я. Вот. Я просто обещала, показываю вам этот сайт. Вот она, Empire мебель. Вот она, Empire. И вот кровать. Сейчас я вам покажу. Это моя кровать. Это, ну, с другой стороны, как бы, еще, как говорится, вот это одна спинка пока осталась. Вот. Как говорится, вот эта кровать. Вот эта спинка от этой кровати. Как там, основание этой кровати. Ну, трон я вам позже покажу. Вот трон у меня стоит. Вещи там на нем лежат. Вот. Ну и в гараже. В гараже у меня точно такая же софа стоит, только она меньше. Меньше на одну штуку. Там на 3, на 3, а это просто на 2, на 2. Вот. Вот это
тут траву косит. Вот там кто-то что-то, а? В общем, там траву косит. Вот у меня здесь, вот она. Вот, у меня в гараже стоит, вот, пожалуйста. Прям тут из этих, из Парижа, прям сюда. Вот этот сайт. Такие вот дела. Я у них еще хотела один трон заказать. Но они сказали, нужно с Индонезии заказывать. Он как бы долго будет плыть. Пока закажут, пока он будет плыть, месяца два надо. Ой, обновление нам не надо. Вот, в темном, это чуть светлом. Это чуть потемнее. Ну, короче, вот такой вот. Вот такой только на два. Вот такой только на два у них, вот. Короче говоря. Вот он. 59 тысяч. 59 тысяч. А, еще по поводу того, что там этот Перри там это прыгал с этой ногой. В этом гипсе или в чем там. Вот, нашла я по интернету два таких стула, что женщина за 100, по-моему, баксов два стула продает. Я попросила, поскольку Перри там был, наверное, на больничном или как называется, я попросила Перри, чтобы он со мной съездил. Вот он был с этой ногой забинтованный, мы к этой женщине приехали, она мне продала вот эти два стула, у меня таких два. Так что она его лично видела, вот эта женщина, что он был с такой, в общем, ногой там перебинтованный. Вот я по интернету вот эти кресла, стулья нашла, ему сказала, что нужно поехать, он говорит, ну да-да, поеду. В общем, вот так. Такие вот дела. По интернету я купила, так что вот. Так что вот такие вот дела. Что-то я еще тут хотела показать сейчас. Большие видео. А, нет, еще не загрузилось. Еще не загрузилось. Я, в общем, в моем эллинге Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М, дом 9В, эллинг 24. В общем, вот так.